Тюмени стартовал прием документов для трудоустройства подростков в отряды мэра. Желающих провести летние каникулы с пользой выстроилась целая очередь. Сейчас набирают ребят на первую смену. Требуется 1600 человек. Они будут работать с 5 по 19 июня. Трудиться на благо города дети смогут по 3 часа в день. Их зарплата составит в среднем 2400 рублей плюс небольшой денежный бонус от центра занятости. Всего за лето трудоустроят почти 4000 подростков. На выбор подростков будет предложено 38 видов работ, из которыми новыми станут помощник горничной, помощник швеи, помощник мастера по деревообработке, а также помощник культорганизатора детских внешкольных учреждений. Самым многочисленным и приоритетным будут экологические бригады рабочих по благоустройству. Я подаю документы на должность помощника медицинского регистратора. В будущем я хочу стать врачом, потому что это очень хорошая профессия. Я надеюсь, что, может быть, получу какой-то опыт.